Мой прадедушка Петр Родионович Царев родился в 1887 году в деревне Мамоново Могилевской области. В возрасте 27 лет был призван на фронт во время Первой мировой войны. Сохранилась фотография, где мой прадедушка Царев Петр Родионович в центре, рядом с другом и мужем сестры. После Первой мировой войны прадедушка женился на моей прабабушке Вере Петровне. У них было 5 детей, в том числе мой дедушка Царев Иван Петрович. Во время Второй мировой войны прадедушка принимал активное участие в партизанском движении. За связь с партизанами был замучен в гестапо. Как рассказала мне мама, мой дедушка Царев Иван Петрович родился 22 июня 1921 года в деревне Мамоново Могилевской области. До войны он закончил Подольское военное артиллерийское училище и в июне 1941 года был призван на фронт. Мой дедушка Царев Иван Петрович сбил немецкий самолет и за это был представлен к награде, к ордену Красной Звезды. В августе 1941 года дедушка попал в плен к немцам. Мой дедушка Царев Иван Петрович всю войну был в концлагере в Германии. И там он встречался с героем Советского Союза Дмитрием Михайловичем Карбышевым. Дедушка был членом подпольной группы. Мы бережно храним семейные реликвии, сумку-планшет, с которой дедушка прошел всю войну, и его медали и ордена. Я горжусь тем, что мои дедушка и прадедушка Царевы достойно защищали нашу Родину.